Тыква считается королевой огорода. В ней очень много микроэлементов и питательных веществ. Мы сейчас сделаем из тыквы десерт. Да-да-да, вы не ошибаетесь, очень вкусный десерт, болгарский десерт. Что мы делаем? Мы запекаем вот в таком виде, кладем в духовку при температуре 150 градусов и примерно на минут 50 водички заливаем. Когда она будет готова, мы добавим ваниль, корица и посыпем орешками. Это у нас будет десерт выходного дня. Кушаем только днем, не забываем. Все, засекли время, ждем. Пользую запеченные яблоки, как тыкву, так и запеченные яблоки. Убираю сердцевину, кладу туда ваниль, корицу и запекаю. Тоже можно подавать как десерт. Днем мы помним, что мы кушаем десерты днем, не на ночь. Яблоко вечером равняется булке. Все эти законы вы, конечно, знаете. Все, всем приятного аппетита, хорошего дня. Пока.